Больную коронавирусом с необычным опасным симптомом спасли видновские врачи. 61-летняя пациентка была доставлена в видновскую больницу из московской клиники, где 3 недели лечилась с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелой формы, осложненная пневмония с тотальным поражением легких. После продолжительного кашля у женщины было отмечено увеличение живота. Пациентка была доставлена в тяжелом состоянии на кислороде. Госпитализировано в реанимационное отделение. Осмотрено заведующим хирургического отделения, выполнено УЗИ. После осмотра и УЗИ диагностики женщине был установлен точный диагноз. Напряженная гематома, то есть обширная полость, заполненная кровью передней брюшной стенки. Была экстренно оперирована. Кровотечение не удавалось долго остановить, так как ковидная инфекция с ее осложнениями провоцировала ДВС-синдром. ДВС-синдром – это такой патологический процесс, при котором в мелких сосудах образуются тромбы, сопровождающиеся несвертываемостью крови и массивным длительным кровоизлиянием. Благодаря слаженной командной работе хирургов и реаниматологов, выбранной тактике лечения кровотечение полностью прекратилось. Пациентка стабилизировалась. Всего ей было перелито 10 доз крови и плазмы, а также препараты, восстанавливающие собственную систему свертывания крови. Пациентка уже на 2-е сутки смогла самостоятельно дышать. На 4-е сутки была переведена в хирургическое отделение для продолжения лечения необходимого в нашем отделении. В настоящий момент пациентка идет на поправку. Угрозы жизни нет.